Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутенпаут, а мы продолжаем играть в Subnautica Below Zero, продолжаем искать галенит и строить нам базу. Так сказать, нифига себе, северное сияние, вау, даже это сделали. Так, не, стоп, превьюшка, на превьюшечку, стой, стой, собака. Бля, я просрал северное сияние, твою дивизию. И такое бывает. Мне вот нужен выступ гребаного галенита. Вы мне не можете помочь? Инструмент. Припасы кончились на него. Батарейка вот. О! Смотри. Блять. Ну дай ты свинец уже задрал. Вот, я понял, где искать можно. Так, свинец. Давай еще. Да, хорошо. Хорошо, пошли, смотри-ка. Ты галенит? Нет. Так, на вот этом уровне где-то. Блях, главное не увлекаться. Сейчас вот это вот изучу. Блин, больно. Ну тут главное сейчас не увлекаться. Сейчас. Чё, ясная погода? Да неужто? Так, все, я подышал, я спускаюсь, я плыву, достаем инструмент, ищем. Не отметили, что он вот здесь. Пониже, что ли? А ты что такое? Хорош надо мной рофлить. Вот он. Ебой, свинец. Хорошо. Давай поплаваем на 400 метров и посмотрим, где я мог оставить стройку. Сейчас будем вот так вот потихонечку плавать и находить. Я помню то, что я же где-то тут рядом оставил. Поэтому чё вы мне... Так, я помню, было 400 с чем-то метров от дома. Потом будем на таких расстояниях искать. Ага, вот где-то... А, вот она. Вот она, моя родная. Вот она, моя хорошая. Достаем инструмент. Да ну нафиг. Чё, тоже хватило? Вот это вот я понимаю, достойно. Окей, я... Нет, не разбирай, даже не думай. Смотрим. Теперь я чё хочу. У меня есть стекло. Я могу себе позволить, в принципе, стеклянный вход. Что мне мешает это сделать?
Окей. А чё дальше? Я хочу стеклянный заворот. Вот сюда. А, не, я тогда шучу. Давай обычный заворот. Давай пока хотя бы вот такой обычный еще заворот. Это пока будет наше начало. Для начала самое оно. Вот не хватает 2 титана, кварц. Че, в натуре 2 титана. Да, 2 титана, кварц. Это сейчас на изи найдем. Титана до хера, кварца тоже. Погнали. Медная руда. Ору. Вот когда мне не надо, выпадает то, что я не хочу. О, пошел титан, видите? А вот и кристальчики. Вот еще один фрагмент. Вот сейчас у нас еще плюс титан будет. Причем до хера. Так. Сейчас, вот чтоб наверняка. Вот где тут еще кристаллы? Чё-то не вижу. Чё-то слепой. А, во. Опа. Опа, отлично. Все обалденно. Вот это вот тот биом, ну, межбиом, я так это назовем, где у нас очень... хороший коэффициент жизни будет. Нам здесь будет супер. А, ну да, забыл. Люк-то тоже надо. Чтоб входить. Люк забабахали. А, теперь эта штука. Ставим ее сюда. Пусть ловит солнечный свет. И все у нас будет супер. Отлично, база питается. Ля красота. Просто красотища. Так, ладушки. Заходим сюда. Тут у нас пока что дальше прохода не будет, но в будущем я планирую большую комнату. А что мы делаем? Мы хотели зарядку. Наконец-то мы можем сделать зарядку, только титана не хватает. Сейчас титанчик, и все. У нас будет зарядка. Гребаная зарядка, неужели? Так. Чё-то титанчика нет, эй. А, во. Не ешь меня, я тебе пригожусь. Не жри меня, сука. Так, это я нашел. Это вообще... А это что такое? А, тут я был. Все, мы уже близко к цивилизации, можно сказать. Но жаль только, что это отметить мне нельзя. Ну хотя, в принципе, я пока что это легко нахожу. Радиомаячок не надо, пожалуй, делать. Все пока что у нас идеально идет. Так. Время. Так. Ага. Ставлю тебя сюда. А почему сюда не могу? Или вот сюда? Могу вообще вот сюда. О, давай вот сюда. Почему бы тебя вот тут не сделать? Все, устройство зарядное, смотри. Батарейки разряженные, суем сюда. И вообще не паримся. Все, у нас есть зарядник для батареек в каком-то веке. Можно не бояться насчет батареек. Какие? Едем дальше. А, я хочу... Я хочу здесь развиваться. Чтобы мне развиваться, мне нужен изготовитель.
и жевательный ящик. Что-то даже как-то странно, мне в натуре ничего нового не приходило. Вот это вот что такое? А, ну вот этот схрон я видел, господи. Капсула отмечена вон. Что-то пока никаких миссий прям таких жестких нет. Ну хотя я что-то подумал, ладно, вот пока вот так вот хорошо. У меня здесь вот зарядка, все дела. Давай поплаваем, найдем в коем-то веке фрагмент морехода и уже будем стремиться к реальному транспорту. Только вот мореход, у нас нет пока здоровых энергозаряжающих этих зарядников. Вот эту вот херню надо бы просканировать и понять, что она вообще нам сделать может. Ну и соответственно, вот в этом районе поискать фрагмент морехода. Херня страшная орёт, да, я знаю. Криптозух, ебать. То есть пока я его сканировал, он мне ничего не делал, да? Да отъебись, слышь, мне страшно. Вот мне что нравится в Сабнафтике, как только выпал наружу, сразу безопасно становится как-то. Вон там вот что-то интересное у нас. Ладно, смотрим, кто-то у нас такой. Местные формы жизни, животные, плотоядные, криптозух. Нихуя не написано про тебя. Ты просто опасный чел, я понял. База у нас вот тут делается потихонечку. Ебать, а почему я не могу, кстати, отметить свой этот... сборщик транспорта, извините, он же должен как-то помечаться, или уже мы в таком периоде живем, то что у нас сборщик транспорта не помечается, какого хрена? Просто жесть, друзья. Ну ничего, сейчас вот поплаваем, найдем мореходик. Вот он. А почему он так лежит? Ребой мореход. Есть мореход. Модуль глубины погружения. Один морехода. Ну вот все, мореход есть. Пласталевый слиток. Сейчас все дела будем изучать. Вот этот кратер, плавать там. Как делали еще до... вот такой версии. Апрельской. Все, чики-пуки, база здесь у нас батареечки заряжает. Осталось долбануть мореход. Ремонтный инструмент у меня есть. Нападений не боюсь, вообще посрать. В принципе. Я, наверное, назову выпуск этих серий «Супер неделя», потому что я записываю сейчас подряд, ну чисто подряд, потому что у меня сейчас сессии еще пойдут. К сожалению, на сессиях мне сейчас некогда будет записывать, надо будет там подготавливаться, все дела, и так дистанционное обучение шло из-за этого карантина. Так... А, я не сюда зашел. Подняться. Транспорт. Мореход. Титановый слиток. Стекло. Свинец. Энергоячейка. Расширенный комплект проводов. А нахера я сюда залез? У меня же есть чертеж.
что я не догадался. Ну и всего, что могу сказать, мы в жопе. Хотя, смотря с какой стороны. Так, мореходик. Пометим тебя сюда. Вот. Удобно сделали. Вот вообще, теперь можно чертежи вот так смотреть. Я что-то даже забыл. Так, Титан. Титан, иди сюда. Ты мне нужен. Делаем вот это вот. Титановый слиток. Так, окей, титановый слиток готов. Инструменты. Снаряжение. Не, стоп. Нет, ресурсы, электроника. Расширенный комплект проводов. Комплект проводов, микросхема, микросхема, медный провод. Образец пластичного коралла. Коралл такой сидел, конечно. Большая энергоячейка, две батареи, силиконовая херня. Так, это у нас все готово. Так, в смысле, пополните? А мне пополнить нечем, вы че? Vital signs stabilizing. Пополню. Так. Микросхема. Пластичный коралл. Энергоячейка, батарея 2, силиконовая резина. Давай. Блять. Хуёво. Ну в натуре херово. Че так херово? Все равно придется переться в твою дивизию. А я ведь так не хотел. Как же я не хотел переться. Но в любом случае, вот этот свинец три куска найти еще чего стоит сейчас будет. Это просто жопа. Так. Сейчас давай хотя бы часть сделаем, вот этот вот расширенный комплект. Самое сложное, наверное. И энергоячейку. Титан. Медная руда. Подъехал, окей. Уже хорошо. Что я хотел? Коралл. Коралл я хотел, да. Первый коралл взяли, второй пока не вижу что-то. Ага, вот, вижу. Нашел. Все. Едем обратно. Короче, вот смотрите, у меня вот такой план возник, то что сейчас на превьюшке я буду делать такой значок супер неделя. Когда я делаю значок супер неделя, это значит то, что я записывал ролики подряд. То есть не в определенный день там вычитывал комментарии и все прочее, записывал ролик, а записываю ролики подряд. То есть на заранее, то есть они будут выходить по таймингам, все дела, поэтому теперь вот ты знаешь. Тоже значок супер недели, значит он выходит по расписанию подряд. Так, комплект проводов. А, ну стоп, микросхема. Микросхема. Батарейка.
Расширенный комплект проводов готов. И вот силиконовая резина пригодилась. Энергоячейка. Стекло у нас тоже было. Давай заново сделаем. Ну все, вот смотри, остался чисто свинец. Ладно, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Тутемпаут. Всем удачи и всем пока.